Привет всем! Я вам сегодня расскажу о такой уловистой наживке для белого амура, как камыш. Итак, как его приготовить и как его свернуть, чтобы забрасывать и ловить амура. Нам понадобится камыш. Желательно использовать молодой, можно и старый использовать. Это запросто можно сделать на водоеме эту наживку. Так, камыш должен быть зеленый. Бока отрываем с одной и с другой стороны. Теперь вот получилось такой кусок камыша. Разъединяем его на две части. Если это молодой камыш, мы его не разъединяем. И вот эту полосочку начинаем сворачивать. Так, по сантиметру заворачиваем. Все. Вот мы его свернули. Получился вот такой квадратик. И за этот квадратик поводком, крючком прицепляем. Пробиваем крючком. И вот получилась вот такая наживка. Обязательно должно оно выглядеть таким образом. Так лучше амур берет. Он по дну плывет и видит на дне камыш. Он же в основном питается камышом, молодым камышом и водорослями, и поэтому он быстро возьмет вашу наживку. Наживка очень простая, запросто можно сделать на водоеме. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи всем!